Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Накануне мир облетела страшная новость. Из жизни ушел великий французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Трагическое известие адвокат артиста сообщил агентству France Press. Причина смерти звезды мирового масштаба пока уточняется. Каждое издание вспомнило легенду и опубликовало перечень самых грандиозных кинокартин с участием актера. Многие друзья, коллеги и поклонники до сих пор активно публикуют теплые слова о великом Бельмондо. Не остался в стороне и Никита Михалков. Как сообщает РИА Фан, он поделился с журналистами своими мыслями. Артист назвал его не только замечательным человеком, но и эпохой. По его мнению, Жан-Поль Бельмондо открыл новую страницу в кинематографе своей знаковой работой в фильме «На последнем дыхании», который до сих пор с удовольствием смотрит во всем мире. Также Никита Сергеевич отметил невероятное обаяние артиста и ту фантастическую атмосферу, которая всегда царила вокруг него. Артист рассказал, что ему однажды удалось посмотреть на великого коллегу своими глазами. «Все случилось во время одного из фестивалей. Шел в ореоле восторга людей», — вспомнил Михалков. По одной только реакции публики было очевидно, что идет легенда. Напомним, Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Впервые он снялся в кино в 1956 году и с тех пор не переставал заниматься любимым делом до 2001 года. Тогда у него случился тяжелый инсульт. Однако через 7 лет артист попытался вернуться, но уже в 2015 году заявил об завершении карьеры. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.